Düşmanlarımız vaktiyle Azerbaycan tehlike ve avtomobillerinin götürdüğü gönderlerle imar vermiştiler. Biz ise 2000'ye çok nümreyle Karabağ Azerbaycan'dı sözlerin yazmışı. Düşmenden ganimet götürülmüş hərbi texnikalardan çox az bir qismi azadlıq meydanına gətirilərək nümayiş olunur. İndi isə sarsıdıcı, dağıdıcı zərbələrlə məhv edilmiş istifadəyə yararsız texnikalardan bir qismi zirehli Koşku üzerinde 122 milimetrelik özü yürüyen artilleri kurgusu Gvazdika. В результате контрнаступления азербайджанской армии 27 сентября 2020 года была начата отечественная война или операция «Железный кулак». В этих боях Азербайджан добился больших успехов со значительно меньшими потерями. Доблестная армия Азербайджана героически боролась за освобождение родных земель от армянской оккупации, нанося по врагу сокрушительные удары. Отечественная война продолжалась всего 44 дня. 8 ноября армия Азербайджана освободила город Шуша, победив врага в рукопашном бою. И этим заставила врага принять свое поражение. К сожалению, война не обошлась без потерь. По официальным данным, в Отечественной войне 2881 герои Родины стали шахидами. Армия этой Родины непобедима и сильна. Герои вечны, шахиды бессмертны. Память о шахидах навсегда останется в сердцах нашего народа. В славную боевую историю Азербайджана навсегда вписали братья Мамедовы. 22-летний Иман и 20-летний Бахрам плечом к плечу сражались Карабахском фронте, героически погибшими у Красного базара, стали шахидами в один и тот же день и час. Эта страница самая драматичная. У родителей Имана и Бахрама было только двое сыновей, и оба погибли. Братья Мамедовы были родом из поселка Бина. Улицу, на которой выросли Иман и Бахрам, жители поселка уже называют улицей братьев-шахидов. Герои никуда не уходят. Они остаются с нами. Ну, такими героями были братья Мамедовы, Иман и Бахрам. Иман родился в 1998 году в городе Лерике. Бахрам родился в 2000 году в городе Лерике. Они всегда мечтали стать военными, занимались спортом. Иман занимался атлетикой, Бахрам дзюдо. Büyük İman'dı. İman 1998 yılında Lerik rayonunun Kəlbəz kəndində anadan. Kiçik isə Bəhrəmdir, 2000-ci ildə anadan olub. Bəhrəm ilə əvvəldən cido ilə məşğul olur. Kiçik qardaş isə ağır, böyük isə İman isə ağır atletikalarla məşğul olurdu. К началу войны братья находились на военной службе. Узнав о войне, решили вместе пойти на фронт. Командир их уговаривал, чтобы пошел один из братьев, но они не согласились и говорили, что всегда и во всем будем вместе. Они очень переживали за наших солдатов и павших шахидов, не думая о том, что сами станут шахидами
и 27 октября 2020 года они стали мучениками. Ben onlarla Kürdəmir'de çattım. Kürdəmir'de saklanmıştılar. Onların bölük komandirine yakınlaştım. Şu uşaqlar biz. Dedi, arka maşına bak. Maşını açsan da onlar gözlemirler ki ben onları göreceğim. Onlarla tələbəlik illərində Rusiyada oxuduğu qız var, Yeganə xanım. Bir əmi, sən onları Rusiyada saxlaya bilməzsin, deyir. İman, aprel döyüşləri başlananda, deyir, iman institutunu atmaq istəyirdi. 3-4 tane jim var. Gözde vurum ya. Yani vurum diyeyim. Bir tane bakır da, böyle bile başkası vurur. Ben kime sübut edeyim. İman sen de. Tələbəlikləri də, əskərlikləri də, orta məktəbi oxumaqları da bir yerdə gedib, bir yerdə gəliblər. Bir-birinə çox bağlı olublar, əvvəldən. Şəhidi nə umirəvət, Родина не делится. Шахидом является человек, погибший в борьбе за Родину, религию, землю, свою семью и справедливость. Насколько гибель шахидов вызывает у нас боль, печаль, является тяжелой утратой, настолько же она является для народа образцом, примером героизма, нашим богатством. Народ, который не готов умереть за свою свободу, утрачивает ее. Да упокоится милостью Аллаха души погибших. Посвящается шахидам. Герои Карабахской тишины, герои мира, светлого рассвета, вы гордость, и не только всей страны. Вы гордость многих жителей планеты. Герои мира, света, тишины. Спасибо вам за целостность страны. Спасибо всем отцам и матерям, что воспитали таких героев.